В эфире программа «Новости 24 часа» в студии Юлия Александрова. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. За значительный вклад в развитие сотрудничества президент Беларуси вручил орден Дружбы народов премьер-министру Азербайджана. Главные выборы в стране вступили в активную фазу. В Беларуси начался сбор подписей за выдвижение в кандидаты на пост президента. Средневековые клады нашли археологи в районе строительства второй МКАД. Какую ценность имеют находки и какова их судьба? Анастасия Бенедисюк прикоснулась к истории. Зубренок встречает гостей. Первая группа детей из страны восходящего солнца уже попробовала нашу страну на вкус и поделилась своими первыми впечатлениями. Подробнее Элеонор Лутович. Азербайджан приложит все усилия для развития братских отношений с Беларусью. Об этом сегодня на встрече с президентом Александром Лукашенко заявил премьер-министр этой страны. Глава нашего государства вручил Артуру Расизаде орден Дружбы народов за значительный личный вклад в развитие и укрепление торгово-экономических и гуманитарных связей между двумя странами. Такая госнаграда – еще одно подтверждение особых заслуг в развитии внешнеэкономической деятельности, укреплении дружественных отношений между государствами и народами. А ведь двусторонний диалог между Беларусью и Азербайджаном действительно успешен. Страны – партнеры стратегические. По итогам прошлого года товарооборот превысил 330 миллионов долларов. Как отметил Александр Лукашенко, Артур Расизаде немало сделал для развития сотрудничества. В должности премьер-министра он уже больше 10 лет, не раз приезжал и в Беларусь. Наградить человека не белоруса, допустим, белорусской награды, это весьма сложная процедура. И чтобы в Азербайджане знали, что это невозможно, в принципе, если по-хорошему делать, без согласия азербайджанской стороны, без президента Азербайджана. Поэтому можете считать, что это решение, наше совместное решение белорусского президента и президента Азербайджана. Вы знаете, что некий есть политический некий подтекст в таких наградах. Есть и авансы, и прочее. Но что вас касается, тут нет никаких авансов, нет никаких политических подтекстов. Потому что вы столько сделали для наших отношений, сколько, наверное, ни один гражданин Азербайджана. Более того, вы были другом моего друга, Гейдара Алиевича. Я вам уже рассказывал, несмотря на большую разницу в нашем возрасте, мы очень были дружны, ну а я на него смотрел как на какого-то сверхчеловека еще с моей молодости, когда он был членом политбюро нашей партии. Я очень хорошо к нему относился, поэтому нас связывает еще и этот человек. Ну и сегодняшний руководитель Азербайджана, сын Гейдара Ильхам, также является моим очень добрым, хорошим другом. У нас блестящие с ним отношения. Я могу по пальцам одной руки перечислить отношения такие с другими руководителями государств. И везде, везде, Артур Таирович, вы, так сказать, внесли свой значительный вклад, начиная от личных наших отношений с президентом нынешним, прошлым и в отношениях между народами и государствами. Роль руководителей наших стран, ваша роль, уважаемый Александр Григорьевич, президент Азербайджана Ильхам Ильярович Алиев, это основа наших отношений. Мы гордимся теми отношениями, которые сложились у нас после приобретения независимости. Если немножко вернуться в историю, то азербайджанский народ всегда с чувством большой любви относился и относится к Беларуси, и вы это хорошо знаете. И мы, заверяю вас, приложим все усилия для того, чтобы та база, которая создана, те дружественные, я бы сказал, братские отношения между нашими странами и народами еще более и более развивались во имя благосостояния наших народов. Активно развивается и диалог на высшем уровне. Так, последний визит президента Беларуси в Азербайджан состоялся буквально месяц назад. В Баку Александр Лукашенко посетил первые Европейские игры.
О том, что страны не только активно торгуют, но и выходят на внешние рынки с совместными проектами, лидеры подчеркивали не раз. И действительно, в Азербайджане успешно работают совместные производства белорусских тракторов, грузовых автомобилей и лифтов. Кроме того, обсуждаются проекты по выпуску автобусов и лекарственных средств. В перспективе создать планируют центры продаж и обслуживания. В то же время в нашей стране уже реализуются два проекта с азербайджанскими инвестициями на общую сумму около 13 миллионов долларов. Избирательная кампания по выборам президента Беларуси вступила в активную фазу. Сегодня стартовал сбор подписей за выдвижение в кандидаты на главный пост в стране. На него, напомню, претендует 8 человек. По всей стране начали работу пикеты. Только в Минске более 10 точек, где можно выразить свою гражданскую позицию. Алексей Волков целый день следил за работой инициативных групп. Пасмурная погода на улицах Минска нисколько не подмочила желание населения высказать свое мнение. На одной из центральных улиц столицы расположились пикеты сразу нескольких инициативных групп. Здесь по соседству сборщики подписей в поддержку Анатолия Лебедька, Виктора Терещенко, Татьяны Короткевич и Александра Лукашенко. Сторонники каждого заняли одинаковое пространство с целью привлечь потенциальный электорат. А уж кого поддержать, каждый решает сам. Главное – иметь при себе паспорт. Люди активно подходят, интересуются. Что происходит? Обстановка достаточно доброжелательная. Задают вопросы более общие. Можно ли подписаться? И самый главный вопрос, нужен ли паспорт? Некоторые, конечно, пытаются правила игнорировать. Но диктовать свои данные с телефона не самый лучший вариант. Эту подпись уже можно считать недействительной. А тем временем остальные инициативные группы пытаются это по-разному. Сегодня еще первый день. В дальнейшем, я думаю, никаких проблем не будет со сбором подписей. Но кто не наш человек, который не хочет, так есть другие кандидаты за того, пускай ставят свою подпись. У каждого должен быть выбор. В Гомеле хорошее настроение избирателей подкрепила еще и солнечная погода. Официально определенные для проведения пикетов места в первый день сбора подписей постарались сделать максимально заметными. Любое сражение, будь оно на бумаге, будь оно где-то в поле, как у нас, это всегда ответственность, всегда мандраж такой, который, ну, не передать словами. То есть что выборы, что вот наши выступления, это всегда какая-то ответственность. Главное – это победа. Главное – это действительно стабильное будущее. Правда, инициативные группы большинства потенциальных кандидатов в Гомеле только собираются приступить к активной работе. В первый день сбора подписей на улицах города были замечены пикеты только нескольких претендентов на строчку в бюллетене. Но многим избирателям хватило и этого, чтобы определиться с выбором. Я хочу мира и спокойствия в нашей стране. Хочу, чтобы не было такой ситуации, как в Украине. Потому что я мать двоих сыновей и хочу мира своим детям, счастья. У нас все-таки спокойствие. Процветающая Беларусь. Пикеты одинаковые, активность населения у них разная. Работа инициативных групп только началась. Хотя результативность первого дня, несомненно, фактор, который может определить дальнейшие успехи. К примеру, сторонники этого претендента, он же лидер одной из партий, думают, как в известной песне: «Завтра будет лучше, чем вчера». Пока вот я собрала три, обещают прийти, вы еще тут будете? Мы говорим, ну, конечно, еще целый месяц сбор подписей. Кроме пикетов, инициативные группы всех 8 кандидатов организовали по квартирный обход. В Гродно сторонники выдвиженцев с самого утра пытались не только постучаться, но и достучаться до граждан. Гродненка Янина Паукова забежала домой всего на несколько минут и гостей увидеть не ожидала. Застали ее буквально на пороге. Не поставить подпись просто не могла. Ведь выборы – это самое главное политическое событие в жизни страны. Это моя гражданская обязанность, во-первых. Люди пришли, значит, их пустили в квартиру. Ну и отдала подпись за своего кандидата в президенты. Буду за него голосовать. Самое активное время для сбора подписей как на пикетах, так и с помощью обходов – вечер, когда все пришли с работы. Светлана Мордечко такие тонкости сбора подписей уже изучила, ведь в инициативной группе участвует во второй раз. Для меня это уже вторая кампания по сбору подписей в поддержку кандидатов в президенты Республики Беларусь. Во-первых, это очень интересно. Знакомишься с людьми, узнаешь их мнение. Вот это и, ну, как бы свой такой маленький вклад в наше отечество, в нашу родину, в Республику Беларусь. Это активная фаза.
фаза избирательной кампании продлится до 21 августа включительно. Все это время инициативные группы могут собирать подписи, после чего сдадут их специальной комиссии. Кстати, Центр избирком запустил информационный ресурс к выборам президента. На этом сайте можно получить самые актуальные данные о том, как проходит в нашей стране избирательная кампания. Там же есть полные списки инициативных групп всех выдвиженцев, кандидаты на пост президента Республики Беларусь. Алексей Волков, Александр Добриян, Юрий Корнилович и Максим Слиш. Телекомпания СТВ. Беларусь примет участие в разработке финального документа саммита ООН по вопросам развития. Об этом сегодня заявили в МИД нашей страны. Белорусская делегация уже внесла свои предложения в 17 областях. Их рассмотрят в ходе заключительного раунда консультаций. Напомню, к 2015 году все страны мира и международные организации в области развития обязались искоренить крайнюю нищету и голод, обеспечить всеобщее начальное образование, добиться равенства между мужчинами и женщинами, сократить детскую смертность. Сам же саммит ООН пройдет в Нью-Йорке в сентябре. Планируется, что там будет принята новая международная повестка дня на следующие 15 лет. Беларусь в рамках переговоров последовательно выступает за завершение имплементации целей развития Декларации тысячелетия и расширение повестки дня ООН в сфере развития за счет включения новых тематических направлений. Достижение цели устойчивого развития должно обеспечить решение существующих социальных проблем и улучшение качества жизни без ущерба для роста экономики и при безусловном сохранении и улучшении состояния окружающей среды. Крупное ДТП в Польше. Пассажирский автобус, который ехал из украинского Ивано-Франковска в Варшаву, врезался в дерево. Погибли 6 человек, 4 из них граждане Украины. Еще 27 пассажиров доставлены в больницы, несколько в тяжелом состоянии. На месте происшествия работает полиция, медики и спасатели. Выясняются причины аварии. К этой минуте известно лишь о том, что водитель не справился с управлением и выехал в кювет, где и произошло столкновение. В Болгарии на прилавке магазинов попали продукты из говядины, зараженной сибирской язвой. Сейчас выясняется, какие именно продукты поступили из цеха, где перерабатывали мясо зараженного животного. Известно, что колбасы, сосиски и прочие изделия можно купить в магазинах Варны, Добрича и Бялы. Попали ли опасные продукты в район курорта «Золотые пески», популярного в том числе и среди белорусов, пока неизвестно. Собственник цеха по переработке мяса арестован. Людям, которые покупали мясные изделия в магазинах, рекомендуют обратиться к врачам. Добавлю, неделю назад в районе Варны от сибирской язвы скончался владелец больного животного. Сейчас в регионе проводится вакцинация домашнего скота. Во Франции бастуют фермеры. Они недовольны низкими закупочными ценами на свою продукцию, а также недостаточной поддержкой со стороны правительства. Чтобы конкурировать с дешевыми производителями и не разориться, французские аграрии требуют у властей субсидий по 20 евроцентов за килограмм мяса. Если их не услышат, фермеры грозят перекрыть доступы на все курорты Лазурного берега. И вот, как стало известно, протесты французских аграриев все-таки дали результаты. Власти страны предложили им помощь в 600 миллионов евро. Основная часть этих денег пойдет на сокращение налогов для хозяйств, которые испытывают финансовые трудности. Протестующие согласились рассмотреть предложенный план. Напомню, забастовка фермеров Франции длится уже несколько дней. Колоннами тракторов они перекрыли несколько транспортных артерий страны. На фоне такой непростой ситуации многие французские аграрии и производственники охотно ищут новых партнеров. Так в Гомель прибыла одна из таких зарубежных делегаций. Среди них и мировой лидер в производстве оборудования для животноводства. И это всего спустя несколько дней после переговоров на выставке «Экспо-2015» в Милане. Детальный план сотрудничества включает несколько направлений от прямых инвестиций до совместного освоения новых рынков. Беларусь – большая сельскохозяйственная страна. В последние годы много инвестировано в эту отрасль. Мы же находимся в самом сердце агробизнеса. Думаю, что у нас получится стать хорошими партнерами. Новейшие технологии французов – это передовой путь к промышленному производству молока и мяса. Многотысячные животноводческие комплексы с индивидуальным подходом к каждому животному белорусы и французы планируют строить не только в нашей стране. Европейские партнеры не скрывают свою заинтересованность
заинтересованность в рынке всего таможенного союза. Они прицел видят не только белорусского рынка, но и обращают свои взоры на российский рынок и на рынок Казахстана. Тем более планируется использовать и нашу дилерскую сеть. У нас в Российской Федерации свой торговый дом и порядка 35 дилерских центров. О глобальной модернизации кафе и ресторанов, которые в 21 веке работают по-советски, сегодня говорили в Иваново-Брестской области. Когда-то ведь эти ныне забытые точки, которые принадлежат Белкопсоюзу, пользовались небывалой популярностью. Как обеспечить достойный ассортимент в своих меню и удовлетворить самые взыскательные запросы? Об одной из региональных точек общепита, которой удалось составить конкуренцию даже некоторым столичным кафе, расскажет Юлия Бешанова. Стильный интерьер, разнообразное меню и коктейльная карта. В то, что это заведение еще совсем недавно напоминало столовую, сегодня уже даже не верится. На реконструкцию объекта было потрачено порядка миллиарда рублей. Спустя всего месяц после открытия стало понятно, деньги потрачены не зря. Оборот увеличился на 60 миллионов. Мы сейчас находимся возле нашей молодежной барной стойки. Ярко-красных, ярких тонах молодежных, кричащих. Но молодежь это любит. Любит этот стиль. Пошла сюда с первого дня. В свежеотреставрированном ресторане «Белка операции» кухня тоже не простаивает. Зоя Семеновна поваром работает уже 39 лет. Начинала трудиться в ресторане Копторга советского образца. Сегодня женщина вспоминает, во времена СССР из числа желающих отведать котлету по-киевски в этом заведении выстраивалась очередь, а провести вечер в этих стенах считалось особенно престижно. За годы работы на кухне освоила множество популярных рецептов, но все же искренне признается, самые любимые для нее блюда национальной белорусской кухни. Считается, как и белорусское блюдо, но вот именно наши купаты по-ивановски, картофельные колбаски такие с мясом. Ну, такое мы и дома делаем, и нравится детям. Ну, оладьи, естественно, фаршированные и грибами, и мясом. Драники, мочанка, верещанка – блюда из бабушкиной книги, рецептов, фишка ресторанов Белкооперации. К слову, еженедельно меню обновляется. Посетитель с удовольствием дегустирует блюда недели. Ассортимент белорусских блюд, которого я не видела нигде, потому что есть оригинальная особенность Бреста вот в этом ассортименте блюд национальной кухни. А я думаю, что именно Белкопсоюзу должна принадлежать такая идея мастер-класса в подаче, в приготовлении белорусских блюд. Это лучшие объекты. Но на эти лучшие объекты будут равняться все остальные в потребкооперации. О том, как идти в ногу со временем и при этом оставаться доступными для любого потребителя, сегодня говорили на республиканском семинаре Белкопсоюза. Конечно, 2500 торговых точек нельзя одноразово сделать их такими вот похожими на то, что сделано здесь в Иваново. Не поддается какой-то оценке, чтобы оценить проведенную работу. Только вот посещая такие торговые наши точки, можно сделать вывод. Потребкооперация, ну, с достоинством выходит, и такого резкого падения розничного товара оборота нет. 2500 точек общепита, которые рассчитаны на 180 тысяч человек. Так сегодня в цифрах выглядит общепит потребкооперации. В ближайших планах крупнейшей отечественной торговой сети – их модернизация. Юлия Бешанова, Сослав Пекарский, телекомпания СТВ, Брестская область. Дорога, ведущая к кладу при строительстве второй Минской кольцевой автодороги, обнаружены средневековые монеты и не только. Ученые из Института истории Академии наук провели предварительные изыскательные работы и нашли явные следы поселений 10, 11 и 13 веков. Находки с историей рассмотрела Анастасия Бендисюк. Именно из такого бетона и будет создана М14, проще говоря, вторая МКАД. И если бы не археологи, то под таким современным дорожным покрытием так и осталась бы безмолвно лежать многовековая история. Несколько месяцев почти все сотрудники Института истории НАН Беларуси при помощи студентов и волонтеров метр за метром. Таким зигзагоподобным методом, там, в шахматном порядку, она проходится для того, как каждый метр земли доследовать. Вооружившись лопатами и металлоискателями. Есть своя методика использования металлодетекторов, где происходит фиксация на месте каждой найденной находки. Искали и нашли. Правитель, который ее выпустил, Ян II Казимир Ваза, изготовлена она из меди. Видите, окислы очень хорошо видны.
Археолог Зоя уже без лопаты и в повседневной одежде с трудом узнает место. Когда бригады из 4 человек не приступали к раскопкам, здесь были разве что лес да пахотное поле. Не один километр пришлось пройтись пешком, прежде чем из-за земли показались фрагменты древней керамики. Тогда-то и стало понятно, маршрут правильный. Нашли здесь очень богатое селище. Было найдено более 50 объектов. Остатки построек каких-то, столбовые ямы, печи. Сейчас на его месте, вы видите за моей спиной, мост. Сама историческая информация, археологическая информация не потеряна. Она осталась в отчетах. Если поселение осталось лишь на бумаге, то вот другие артефакты теперь тщательно исследуют в лабораториях Института истории. Археологи уверяют, находки позволят чуть иначе взглянуть на историю места. Недалеко от Ислачи находятся такой мысоподобный холм, небольшой, и весь склон этого холма был утыкан просто, полностью усыпан пулями винтовочными. И, судя по всему, история отдельного человека совсем скоро станет известна и истории. Было найдено в одном месте две абсолютно одинаковые шпоры. Подкова конская, подковка от сапога, зажигалка с надписью «Бизансон». И небольшая пластинка бронзовая, на которой какие-то надписи то ли на итальянском, то ли еще на каком языке, и дата 1922 год. А вот еще одна находка. Настоящий клад. Правда, ценность в нем не столько материальная, сколько историческая. 230 монет. Третья четверть 17 века. Солиды польские и литовские в одном месте. Скорее всего, принадлежали одному человеку. Возможно, что это брак чеканки. Так называемый двойной удар. Когда два раза штамп ударял по заготовки. Раскопки на месте второй МКАД археологи продолжат осенью, а черных копателей предупреждают. За незаконные раскопки штраф, за разрушение и повреждение историко-культурных памятников вплоть до тюрьмы. Анастасия Бенедисюк, Антон Филонович, телекомпания СТВ. Японские дети, пострадавшие от аварии на АЭС Фукусима, поправляют здоровье в Беларуси. К нам приехали три десятка подростков из страны восходящего солнца. Они отдыхают в самом знаменитом детском лагере «Зубренок». В программе пребывания не только лечение, но и культурные развлечения. Эленор Лутович о первых впечатлениях маленьких туристов. Встречать своих юных гостей из Японии «Зубренку» не впервой. Начиная с 2012-го, родители из страны восходящего солнца ни разу не упустили возможности оздоровить своих детей в Синеокой. Белорусские леса и озера сглаживают последствия аварии на атомной электростанции «Фукусима» и отдаляют воспоминания 2011-го. В этом году сезон первый открывают группа из Сендая. Мы очень благодарны, что нас пригласили. Всем нам здесь очень понравилось. И еда, и оздоровительные медицинские процедуры. Японские дети об этих методиках раньше ничего не знали. И для них это очень хороший опыт. А еще природа у вас красивая. Дети из Японии в Зубренке отдыхают по особой программе. Но если, скажем, по столовой здесь дежурят не все, то драники за обе щеки уплетают независимо от национальности. Сегодня на шведском столе представлена и рыба, но она как-то пользуется меньшим спросом. Пришлись по вкусу ребятами наши компоты. В Сендае сейчас не время для прохладительных напитков. В июле, как правило, на родине Масаки начинается сезон дождей. Испортившаяся погода внесла свои коррективы в отдых и в Беларуси. Вместо костра дружбы ребята готовятся познакомиться со своими новыми белорусскими друзьями на белорусско-японском вечере. Несмотря на языковой барьер, недопонимания у детей с белорусскими вожатыми нет. Ребята охотно поддерживают любую инициативу и предложение. Мы играем с мячом, на стадионе бегаем, сегодня катались на лодках. Я в первый раз каталась на катере. Мне очень понравилось. У вас все другое. Я в первый раз попробовала черный хлеб. Очень вкусно. У вас много зелени. Наша архитектура полностью отличается от вашей. Мне все интересно. В нашей истории, которая уже насчитывает 46 лет, приезд делегации из-за рубежа – это уже привычное дело, и мы всячески стараемся это развивать. Ну, в частности, вот за это лето мы уже так по скромным подсчетам подсчитали, у нас будут представители 12 стран. Группу из Сендая в конце августа сменят ребята из округа Фукусима. Со дня на день в лагерь подтянется компания отдыхающих из Поднебесной. В планах же у Зубренка расширять не только географию сотрудничества, но и территорию. Сегодня уже идет речь о строительстве дополнительных корпусов. Эленор Лутович, Дмитрий Травин, телекомпания СТВ. На этом пока все. Итоги четверга мы подведем в 22:30. В студии работала Юлия Александрова. Оставайтесь на СТВ.